С вами снова Рак не пушка, и сегодня мы с вами будем смотреть игру под названием Спелунки Ты. Короче, вторая часть. Вроде бы они много типа хорошего известны. Это своеобразный 2D-платформер. Рогалик, возможно. Я что-то все в первую часть хотел сыграть, но так руки, короче, не дошли, поэтому. Я ручку уберу. Вот, поэтому. Что за игра? Я не знаю, о чем это. Так, приключения. Так, приключения на главном квесте. Так, выберите. Приключенцы. Анна. Ленит. Рофи, Колин. А у них свои способности есть или все одинаковые, Марк? Нет, ну, сразу понятно, за кого я буду. Что это? Вот, каждый заход генерируется точно автоматически, поэтому мне кажется, это рогалик. Вполне возможно. Так. Так, короче, где-то 15 лет назад первый ее заход был. Вот. Ну, чего произошло со времен, типа, того, как она выбралась из пещеры каких-то алмеков с сокровищами. Вот. А, или не она. Короче, кто-то выбрался. Вот. Тина и я стали родителями. Угу. А, понятно, то есть это, наверное, персонаж на заднем плане, он из первой части, я просто, говорю, уже не играл, поэтому я хз. Вот, вот они стали родителями девочки, которую назвали Анна, ну, дочери. Вот, вот, и этот ребенок доволен. Сильный ребенок, я думаю, тут не совсем точный перевод, но, короче... Короче, их девочка довольно-таки крепкая, и она прирожденный открыватель. Блин, что-то... На самом деле передвижение довольно-таки быстрое. Короче, я переводить ни хрена не буду, потому что я корявый, и я для себя понимаю, что это. Ой, это Индиана Джонс стайл? Или какие Бальмонты? Так, с РБ, что из этого РБ? Блин, у меня... Я вечно играю, у меня геймпад от Соньки, короче, а пишу все на Xbox. Наверное, вот, вот это. Окей. А я копать не умею или что? Ладно. Какие-то бомбы должны быть. Так, тут ничего не... А, во, обучение будет. Я уж подумал, я что-то пропустил. То есть... Угу. Вот, мечты начались, когда Ани стукнуло 5. Вот. В мечтах я смотрел в окно на полную луну и увидел, типа, лицо Алмеки. Я старался игнорировать его. Я имею в виду, мы все видели этот Алмек в озере лавы. Типа, это не она. Я не знаю, там какой-то босс был, получается. Что это? Так. Ау! Видимо, как-то можно было прыгнуть вниз. Что это? Можно что-то взять. Так, X, это вот это. О. Погодь, а, я именно вот этот булыжник. Я с первого раза случайно взял этот булыжник. Подождите, а может быть...
А, это... Слушайте, сдается мне, кнопка не та. Ау. Да нет, та. Угу. Так, ну тут все понятно. О, блин. Ну, короче, соблазну было сложно сопротивляться. Там, типа, они с Коллинсом построили корабль, который поможет им попасть на Луну. Вот, Анна хотела пойти с ними, то есть его дочь, но это было немного опасно, и он подумал, что вот, она должна остаться и закончить школу. Вот. Ну вот, и пока она бы заканчивала, они уже должны были вернуться назад. Типа, обманули ее. Так, а зачем мне деньги нужны? И как можно хп вернуть? Так, нажмите. Я не знаю, как эта кнопка называется, короче. А, ну это изменить. Ну да, вы вначале меня обучили, как управлять, а потом как изменить контроль. А, так, погодите, тут можно разгон сделать, да? Это кнопка. Какая кнопка? Нет, подожди. Это замедление, не наоборот. А, забыл. Так, с, ага, и Б. О, прикольно. Ладно. Бля, я что-то так не долетаю. Ладно. Это было сложно сказать, пока... Вот, часть меня хотела взять Анну с собой. Она любит, ну, космос. Вот. И мы ждали, как показать, и вещи на корабле. Вот, и только Монти, видимо, ее пес, поставил ей компанию. Ну, подожди, а там это... Мать тоже улетела, получается? Так, что у нас тут получается? Блин, а знаете, что меня беспокоит? На правый триггер нельзя камерой крутить. В принципе, это могло быть удобно. О! Слушайте, прикольно. Ладно. Да заберись ты. Вот не очень понятно, почему я не могу забраться на вот эти вот уступы снизу. Какой-то тренировочный полигон. Так. Вот, это невероятно, но здесь гигантское лицо. Алмек на Луне. И пещера. Вот, я чувствую дежавю. Окутывает нас. Вот. Мы спускаемся вниз и чувствую, как будто бы нас притягивает какой-то магнит. Ну, это такое внутреннее ощущение, наверное, имеется в виду. Голос зовет нас. Это Албек или что-то еще. Чем вообще закончилась первая часть? Хе-хе. Ой. Ладно. Что-то напоминает какие-нибудь старые платформеры. Ну, не то, что Марио. Ну, что-то такое. Как будто больше Краша напоминает. А, джи, я только сейчас заметил, что это тут песель.
Вот, они пробыли на Луне по ощущениям несколько месяцев. Ну, сложно сказать. Ну, типа, сколько точно. Вот, и как было это раньше, это довольно-таки смертельная работа. Так, вот это я не знаю, как перевести. Ну, короче, типа, грубо говоря, там вот такая же пещера, как была у Алмек. Но, возможно, она гораздо больше, гораздо опасней. Я, кстати, думаю, можно будет потом, типа, рушить эти золотые залежи. О, у нас журнал есть. Ты как открываешься? А, вот, типа... Анна, если ты это читаешь, папа и мама где-то внизу, попытайся найти нас, я извиняюсь, чтобы не взяли тебя с собой, но старайся не беспокоиться. Будь уверена, это весело. Типа, пробирайся спокойно, не торопись, помни... Типа, если не будешь осторожной, то, скорее всего, поранишься. Просто помни, все будет хорошо. Типа, этот журнал теперь твой. Make the most of it. Что-то я не знаю, наверное, имеется в виду, типа, делай самое лучшее, что сможешь. И все будет в порядке. Так, чё? Ключ. Чё, я отпереть-то могу? Пёсель! Ага. Слушай, я этот проход вообще даже не видел. Кряво английский. То есть мы на Луне. Оригинально. Стены освещаются. Реально, приключения Индиан Джонс. Бежим! Ага, так, золотишко так можно не собирать. Я тут можно было пройти? Нет, тут какие-то шипы. Ага. Да, блин. Слышь ты. Так, журнал. Так, места. Двиллинг. Не знаю, что за двиллинг. Воздух тепло и сухой. Пахнет костром. Ну, пахнет дымом от костра. И гуана летучая мышь. Понятно. Люди, понятно. Так, кто наш персонаж вообще? Понятно. Убита один. Убита... А, ну, короче, мы победили один, а нас еще ни один такой не убил. Надеюсь, ни один не убьет. А, ты сделал еще и кататься умеет, офигеть. Шо это? Блин! А, тут как Марио может? Супер. Где? Где? Наверное, зря я это разрушил. Так, окей.
поди ты. Немного неудобно управление, то что ты просто летишь капец как быстро. Блин, зря я с стрелой оставил все это. Они же... Фига, стрела там бессмертная. О! А, подожди, она еще и наводится. Супер. Так-с. О! Нормально. Так, ну давайте изучать, что тут вообще есть. Что это? Блин. То есть тут бесконечно нельзя бегать, что ли? Да, блин, я ж почти вышел. Блин. Это подстава была. Ну, в принципе, было логично, что какая-нибудь такая хрень может быть. Я просто не понял, она со временем появилась. Да, какое-то время идет. Да, блин. Блин, мне не нравится игра, которая меня торопит. Я, может, поизучать тут все хочу. Да пипец. Салом, здорово. Сегодня ДНД, к сожалению, нет. Так я не понял, что за мышь охреневшая. Да тебе. Чё, как у тебя дела? Сопли. О. Смы... Да забери! Я не очень реально понимаю, вот эта вот хрень, она просто в какой-то момент появляется и начинает за тобой охотиться. С чем это связано? Что за... Мне кажется, это можно назвать миллион способов сдохнуть на Диком Западе. А можно попроще? Так. У меня там камней нет. Блин, все, я зажат. Я зажат! Я выжил. Говно не заметил. Да жесть какая-то. Ай!
Да, спасибо. С новой стрижкой. Ай, бля. Какого хрена? Ты издеваешься? Так, я до сих пор не понял, что я сделал? Почему оно появилось так рано? Я только начал. Ау. Ага, то есть если я разбиваю какой-то сосуд... Пёсель, спаси! Они пёселя убили! Да чё? Я даже не представляю, как эту тварину я в первый раз убил. Вообще конченая какая-то. Ну ты меткий, блин. А-а-а. Что тут за кроты бешеные? Так, ну там мне нечего делать. Так чё, Салон, у тебя дела-то? Чё молчишь? Чё нового? Да шоп! Ты всралась, а? Так, то золото для меня потеряно, это, наверное, тоже... Ага. Болеет. Я, кажись, до выхода дошел. Так. Теритум, здорово. Так, пёсель, что с тобой? Я не знаю. Что-то это вроде наш пи... Что-то сложная игрушка. Да не говори, я тут местами вообще ничего не понимаю. Да ёп! А еще не вздыхает, да? Так, все, валим нахрен отсюда. Ты не представляешь, я уже раз 10 сдох, а прошел только первую локацию. Так, чё, деньги-то... А, у меня и хп старые остаются. А можно как-то новые получить? Пёсель, чё с тобой? Может, тебя куда-то донести надо? Так, погоди, я, кажется, вспомнил кое-что. Что за... Ага, его взять с собой можно. И... Живодёрство.
Прикрывается им от ударов, ну посмотрим. Что-то там страшно. Я вот это заберу. Что? Какой-то ключ нужен. Сома открыть нельзя, какого хрена? Так, ты хорошо разминировал. Так. Ой, блядь. О. Торгуется оружием. Ауч, сука. Какого хрена, торговец? Мы будем помнить его. Кого, сундук? Сундук не забудем. А, иди сюда. Ай. Пёсель. Пёсель, давай. Крота вообще можно убить. У тебя новая шляпа, такая большая, чёрная, у меня настолько долго не было. Какая ещё большая, чёрная? На мне сейчас, на мне старая. Чё, мы наконец-то убили крота? Охренеть. Фриз Рей. Ой, ёп. Я понял. А как можно что-то купить? Я что-то пытался, может, ты, конечно, эту кнопку нажимал. Мне пригодилось, наверное, что-нибудь. Что это? Да блин! Сука. А, или у меня, может, денег не хватало? Не знаю, не играл. Нет, вообще, свару что-нибудь. А, блин! Уже хп потерял. Я молодец. Тут еще крот, блин. Да ёперный театр. Опять все хп потерял. Меня еще добили. Мужик, ты мог еще типа медленнее вставать? Я не знаю. А то я не прочувствовал. Пёсель! Блин, да что ж такое? Ау. Плохой песик. Спасти ты меня должен был. О. Я защитился псом. Охренеть. Ладно, это действительно работает. Блин.
с этим, привет. Tenant CP Containment Bridge. Чего? Ты Dead Space вообще ни разу не проходил. Миханта, привет. В смысле? Ну, Dead Space я недавно играл в первую часть, ну да, типа, там, вторая будет в этот... В четверг. Ой, в четверг, во вторник следующий. А чё? Ну да. Я вот первый раз проходил сразу на харде. Было весело. По-моему, я там даже парочку раз матерился. Валим! Пёсель! А, я всё-таки кинул. А нахрена он нужен? Блин, у меня опять хп нет. То есть, привет, привет, привет. Attention. А, подожди, это ты этот SCP, который прорвался? SCP. Плохие жуки. Плохие черепа. Все плохие. Такс. Не, мне все равно не нравится привидение, которое тебя начинает догонять в какой-то момент. Типа, если время определенное пройдет. Блин. Как я обожаю эту игру. Просто фанат. Да развернись. Вот там, народ отдыхает. А почему за ним привидение не бегает, а? Блин, у меня опять пол хп нету, ну это охренеть. Подождите, можно же на голову вроде падать, как Марио в этой игре? А чё не сработало? Вот че такие. Блин, если честно, я думал, эта игра будет попроще. Я уже не знаю, я чего только не сдох сегодня. А чё нельзя? Так, Mixantap, который у меня что-то спрашивал про Dead Space, ты этот ушел уже что ли? Я уже не понял просто, к чему вопрос был. Блин. У меня почему-то гигантская, ну не знаю, проверь интернет, не знаю, то есть, ну обычно секунд 10 должно быть, ну средний. У тех, у кого хороший интернет, говорят секунды две. Ну, как бы... Точно сказать я не могу, к сожалению. Пясель! Слушайте, уже более или менее, типа, нормально что-то стало получаться. Ау! Пипец, и как я должен был это увидеть? Такие. Подождите, а где еще одно хп потерял? За стрелу 2 хп отнял? Блин, эти кроты. Кстати, надо наблюдать, на какой минуте, короче, появляется призрак. Возможно, второй. Не, вроде не на второй. Там трое уже. А, блин! У меня опять хп нет. Просто пожадничал. Офигеть. Ну, иди сюда. Давай. Ага. О, видел, дабл килл.
раз отличный. Блин, все-таки тут какой-то ключ нужен. Я вот хз, где его найти? Ау. Да что ж такое? Как я должен, типа, открывать эти гребаные сундуки? Ну, не сундуки. Вазы, урны, неважно. Слушайте, я еще заметил такой момент, то что пока враг, короче, не придет в себя, ему по нему урон не проходит. Это что-то это дебильно как-то. Да. Туда я не заберусь. А, ну ладно, типа подальше надо брать. Может и сработает. Пошел кыш отсюда. За тысячу. Да пипец. Ладно. Кривоватость у меня в крови. Так, что у нас? Ага. Спайк Шулц за пятерку. Бля, у меня 1500 только. Так, а чем, типа, Climbing Shoes? Ой, ну этот, Spike Shoes. Это шипованные ботинки. Возможно, они позволят съезжать вниз. Вот эта штука позволит забираться. Это что? Очки, я не знаю, для чего нужны. Не спрашивайте. Ты издеваешься? Да, но 2 хп сносит, охренеть. А можно рестарт, пожалуйста? Блин, рестарт. А, подожди. Так, когда-нибудь я научусь замечать эти, типа, хрени? Когда-нибудь, но не сегодня. Так, ладно, убей меня. Шо? От чего я умер? Короче, в стенах есть такие драконьи морды. Вот, видишь, вот такая же вот справа. Она выстреливает стрелой. Стрела 2 хп сносит. Их я вообще не замечаю. Типа... Вот в этом проблема. Да шо? Пипец. Во-во, вон, внизу одна такая хрень. Что с ней сделать, я не знаю. То есть я пролетаю, сразу мне влетает. То есть для этого нужен песель, чтобы разминировать. Ладно, убей меня. Не, да это, короче, забей на мои сообщения, я пишу только через полгода. Ну я не знаю. Я много чего сдох уже. От всего, что только можно. Да блин! Убей меня. Так, кто следующий? О. Так, надо нормально начать проходить. Все, поехали. Вот я сейчас нормально проход будет. Да.
У игры еще такая спокойная музыка, ага, блин. Куда ты пса взял? Отпусти собаку. О, разминировали. Пес. Шли. Молодец. Ой, говорю, нормально сейчас пройдет. Окей. В процессе. Надо посмотреть спидран по этой игре, наверное, того, что ты, да ты не представляешь, там наверняка. Люди азиаты. Да, блин. Когда-нибудь я начну нормально проходить. Но не сегодня. Такс. Во что ты там влетел? Да ёперный театр, у меня слов нету. Просто я своим лбом, я не знаю, вот этой прической отскочил от камня и из-за этого приземлился не туда, куда хотел. Ну охренеть, блин. Это было опасно. Угу. О, вот это я понимаю. Подгон. Управлять этим хлыстом невозможно. Ой. Да! А, ладно. За что? Блин, я взял, застрял в каком-то говне. За что я временами не люблю 2D-платформеры, то что ты действительно застреваешь в какой-то хрень вечно. Ого. А нормально, что у вас там двое? Оно мертво? Это было. Чем-то напоминает старые платформеры, в которых нужно было типа этот загадки решать с передвижением. Блин, сколько этого говна тут, а? А вниз. Я не знаю, это какая-то садомаза игра для меня лично. Воу. Да еб...
Подставщики. Ну я денег подзаработал, может что-нибудь купим. Гребаные кроты, дайте мне что-нибудь меняемое, что это? Перчатка питчера. Капюшон. Потрясающе, за 12 тысяч продают капюшон, что он делает? Подарок вот что делает. Не давайте максимум нихера. Андрей, иди в жопу, а! Нашелся меня тут тоже. Вот я тебе нихера дам. Нашелся меня тут тоже. Знаток. Это, сука, тут индюк есть. Так, песель, давай. Сейчас втащим индюку. Я реально втащил индюку. О! Падение сверху сразу убивает? А, не, наверное, это его шип убил. Да. Угу. Мне нужен песель. Сука! Шо? А, да ёп! Это вам за индюка, блин! Что он защищает от дождя? А почему не зонт? Жесть! Что это? Я думаю, сюда надо принести. Ой! Да пипе! Слушайте, как меня бесит эти кроты. Я вообще их не ожидаю. Они вылазят из какой-нибудь жопы и все. Жесть. Пёсель, ты как туда попал? Ужас. А. Я опять забыл. Слушайте, скажите, а тот, кто создал эту игру, он вообще людей любит? Потому что у меня ощущение немного другое. Зачем? Чё так жестко? Вот. Ладно, это было неплохо. Так. Ага. А можно мне вменяемое оружие, а? Твою сука! Бля, он сразу в меня прыгнул. И еще, типа, с какой высоты я могу упасть и не сдохнуть, я не по... Убей меня, пожалуйста. Вот
реально била бы эта плетка быстрее или подальше, было бы гораздо удобнее. Мета она бьет раз в полчаса. Еще не достает до половины, да что ж такое? Мест. Шли. А, по мне попало все-таки. Я думаю, псом можно защищаться. Даю. Я, кстати, еще не нашел возможность, как можно восстанавливать КП. Угу. Все хорошо. Или нет. Я пришел сюда самоубиваться. Вы не думайте, я не побеждать пришел в эту игру. Да ёп! Я вообще этого не замечаю, всего говна, я просто не знаю. Вот и как там теперь раскидать все вменяемо. Неплохо, неплохо. Да, че ж ты такой резкий-то? А ёп! У меня опять хп нет. О, подожди, а как тебя разрушить? Жесть. Слушайте, иногда не рушатся, короче, подофига, иногда нет. Да ёп, сука! А, бля. Да заберись ты куда-нибудь, да попади ты в кого-нибудь. Что-нибудь сделай, мужик. Я не знаю, как вниз попасть. Меня убьет. Я в порядке. Добывай золото, пес. Нечем, только бомба. О. Погодь, песель я с собой не могу взять. А стрелу могу? Надо учиться этими штуками пользоваться. Да запрыгни ты туда. А! Где стрела? Я просрал стрелу где-то. Черт. Хм.
На тебя, бля. Ладно, есть камень. Да тихо, тихо, мужик. Да мужик, успокойся, чё ты как... Да, пипец. Как ж неудобно. Не, ей-богу, местами управления здесь это просто сущий трэш. Да ж ты как перепрыгнул-то? Не, ну блин, что это, он катается. Он не прыгает, он катается. Что за хрень, блин? Я думал, он вниз улетит, он перелетел, блин. Да шоп, ты всрался-то, а? Все, кто придумывали эту игру, вы людей ненавидите. Ей-богу! Реально, я по-другому объяснить это не могу. Что люди сделали-то? Черти! А, эти урон не наносят. А, можно так пробить, офигеть. Так, но я там не спущусь. Ой, черти. Да. Сука. Уже раз 20 говорил, это просто, типа, персонаж, он слишком резкий местами. Опять, блин, без хп иду, а? И чё? Повезло. О, а там ключ. Да. Надо было положить его. Бомбу. Черт. Ай, блин, я гений просто. Вы не представляете. Ты им кидаешься, понятно. И куда тебя? Я что-то могу купить? Ящик с бомбами. Ага. Да, теперь могу что-то купить, а типа ничего полезного нет. Что за паста? Что за хрень ты продаешь, мужик? Паста. Сделано из типа этого паутины паука. Понятно, у меня бомбы теперь прилипают. Охренеть. Ты гений. Да, я гений. Ты что думал? Да шоп! Ты имбецил! Ты первый раз как пропрыгал? Почему во второй раз не получилось? Сука, он это специально делает. Я понял. Вменяемо я это объяснить не могу. Сука, что меня задело? Пипец. Игра, всрись. Вот ей-богу, всрись. Я даже, типа,
Не знаю. Пёсель! Сорян, пёсель, не то хотел. Ча, мы с тобой всех поубиваем? Пухля, живи! Да шоп! Пёсель! Дайте! Тебе тоже на. Шо? Не-не-не-не! Сука, сука, где выход? Да, сука. Роняем кал! А, блин. Я прошел. Да, меня убил собственный камень. Ой. Эта игра слишком замечательная. Профи, бля. Здоров, пухля. Пухля, не беги туда! Пухля! Ладно, валим. Хотя этот заход был относительно неплох. А выбраться как я смогу? Только бомба. А бомб мало. Так что нет. Пухля, а чё по тебе не палят? Так, берем череп. Нет? Вот тогда. Тихо. Аккуратней. Все по тактике. Там, кстати, ключик. Да запрыгни ты уже, а. Я вот что-то все не могу понять, почему я сюда не могу запрыгнуть.
Такс. Блин, ну там бомбу тратить. Ладно. А, бля, торговец там. Блин. Так, что мы можем взять? Металлический щит, костяной ключ, компас. Блин, ну не знаю, что очки дают, к примеру. А что мне хватит? А, мне даже на щит хватит? Давайте щит возьмем. В смысле, это на щит тратится? Очки. А, я вижу, где что-то скрыто. Офигеть. Ключ 3. Щит, стой. Да, блин. Ау! Капец. Потрясающе. Да! Шо отсюда? Ну да, потрясающе. Это кто там? Блин, у меня бомба одна. Ключ не знаю, куда деть. Короче, щит не покупаю. Ого. 1-6. Но. Сейв! О! Ага! А! Забавно, забавно. Да шо! Пипец! Не, ну вы это видели, бля. 4-мод какой-то. Че ж вы прыгаете постоянно? Он пошел вниз. Ладно, погнали, тут больше ничего, наверное, не соберу. Одежда. Да блин. Я не знаю. Spring shoes. Ну, типа прыгательные. Да шо? Сражалась, а. Надо было камнем запулять. Что это? Так. Хочу я попробовать. Типа, я прыгаю теперь выше. Ага, интересно. Ага, лети сюда, лети. Молодец. Бля, это было неплохо. Да шо ж такое, блин, опять ее не заметил.
Как я тебя игра обожаю. Честно, сосредотачиваешься ты вообще на чем-то другом. Всегда. А можно вменяемое оружие? Ну, пожалуйста, там увеличение плетки, там, я не знаю, чуть-чуть. Чуть такое. Блин. И чё? Ну, только вот так вот. На самом деле. Блин. Я опять это говно не заметил. Ладно, говно, убей меня. Игра, можно быть трошки, ой, немножко внимательно. Вменяемой. Еще что-нибудь. Ага, подними труп. Всякие кактусы там поехали. Ладно, я почти как Индиан Джонс. Только я круче. У меня прическа лучше. Палось говно. Ненавижу кротов. Да что ж такое? Я вообще не знаю. Местами в этой игре какая-то жесть. Хватает немного вменяемости. Ладно, здорово. Как вчера поиграли? В какой момент? Нормально вчера, в принципе, играли. А, блин, нет. Уйди, крот. Крот, уйди. Все очень плохо. Да! Шо отсюда? Ведь у меня хп нет. Не знаю, нахрен вам мне надо. В смысле? Воу-воу-воу-воу, мужик. Да, блин. Она бьет. Ну, блин. Идюшка. Ладно. Да шо? О, блин, эти удары плеткой, я не знаю, вот, типа, вменяемо как-то все сделать вообще нереально. Шо это? Телепортер. Мотыга.
сильный багажник. Круто. На! Ага. В смысле? Эй, эй, эй! Ты чё мотыгу потерял? О, мотыгу забери. Что ты делаешь? Чувак, это денег стоит. Ты монстр! Да, что? Что это за псих? Я бы тоже смог, если бы у меня был бы арбалет. О-о-о. Я решил поменять артефакт. Можно у нас шлем телепортации, образцы телепортации. Ты мне скинь, что это и из каких книг взял? Шлем телепортации ты тем более взять, по-моему, не сможешь, он очень редкий. И взял какой-то псих, короче, я с киркой хожу. Вот этот псих, блин, взял, меня убил. Ужас. Что за психи ты, блин, у вас живут там в этом мире, а? Просто редкий, его нет в книге, я просто... Так ты не можешь шлем телепортации взять, потому что он очень редкий. Ну, будем... А-а-а! А ну стрелу завери. Ты вначале посмотри, что делать с её шлем телепортации, какую редкость, а потом спрашивай, что можно брать. Ну реально. Шо отсюда? Так, что у тебя есть, Кламбик? Шо? Блин, ну я не знаю, давайте на капюшон что ли накопим. Если я вернуться смогу. Капец их там. Да шоп! Жесть. Что такое, пёсель? Пошли. А много... А можно... Чего? Е1 редкий предмет? Чего? Не один? Нет. Ну, чувак, как бы остальные предметы надо заработать во время игры. Чё это такое? Может, я тебе сразу легендарные выдам все? Типа, это неправильно. Да шо? Я, а что у меня с деньгами произошло? Ладно. А-а-а, ты ёп! Я не знаю, то есть я нажимал влево, он не пошел. Чтоб ты игра всрал! Хм.
Ну да, не докину. Что-то такая успокаивающая игра, а? Что-то какая жесть тут происходит, я даже не знаю! На, бля! А, подожди, я сверху мог перейти. Завтра гравировку пойду делать, в смысле... Геоджи... Моно где? Редкий предмет. Можно Геодин. В смысле, ты хочешь типа взять не редкий предмет, а необычный или чё? Я не понял. Его можно кидать. Круто. Песель, ты как тут оказался? Все, вот этот путь проделал, что ли? Охренеть. Молодец. Дальше, суп. Я тебе игра обожаю, просто. Конечно, неудобно, блин. А, да что ты захватился-то, а? Убейте меня, пожалуйста, что это? Что это говно, блин? Ага! Я даже не представляю, если в этой игре есть какой-нибудь босс-файт, то насколько он конченый! Да что ж ты пролетел-то так далеко, а? Да. Да откуда ты взялся? Можно же один редкий предмет необычного оружия, вроде который вчера выбирали с того же раздела редко. Я тебя опять не понял. Какое оружие вчера выбирали, которое тоже из раздела редко? Смотри, отдельно пойми, что есть предмет, допустим, оружие, доспех, браслет, а отдельно зачарование. Выбери предмет и повесь на него зачарование. Если такого нет, там спроси у меня, можно или нет, а то я тебя вообще не понимаю. Ой, блин. Ой, блин! Да шо? Так, ладно, чтобы упороться, я сейчас сделаю. Вот так. Да шо? Ну, повернулось. Почему оно повернулось? Почему вас столько много? А, блин, я опять забыл, а?
То они не встречаются полгода, то как встретиться, блин, а? Обожаю тебя. Это было массовое изнасилование. Да шо? И при том быстрого рестарта нету игры. Надо только сдохнуть. Вы все умрете! Понимаете? Что это? Что такое? Вчера выбрали меч-копье, который дает 2 атаки, 2 урона. Он в разделе редкий, а шлем телепортации тоже из этого раздела нет. Шлем телепортации очень редкий. Посмотри. Вот. А копье, оно из раздела необычное, плюс первое, а плюс второе уже редкое. Ты там не путай. Ты прочитай, реально. Что ты у меня спрашиваешь? То есть это повнимательнее. Там написано будет. Золото. Все это мое золото. Да шоп. Зачем вообще сюда поперся? Я не знаю. Как я обожаю местами местную механику. Особенно с летучими мышами. О! Найс! Огненное копье просто светится, но не горит все время. Ну... Я же говорю, прочитай зачарование. Там написано, за бонусное действие ты произносишь командное слово, и оно начинает гореть. Оно не горит постоянно. Чё ты улыбаешься, блин? В этой игре нельзя улыбаться. Золото. Золото. Все, валим отсюда нахрен. Просто я не хотел ходить с горящим прямо оружием. В смысле? Ну ты его поджигаешь. Че не нравится? Ну можешь не ходить как бы. Дело за тобой. Слушай, тебя не заставляем? Шо? А как я первый раз упал? Выстрела не было. Игра, ну блин, ну ты хорош уже, а! Пипец! Типа как сдохнуть на пустом месте называется. Жопа какая-то. А-а-а, да сука, грёбаный крот. Все, у меня просто вот этим своим падением 3 хп вынес. Ой, какой 3? 3 хп. Бей меня. Буа-а-а. Че там по времени? Я в 2 хотел закончить, но в 3, по-моему, скажу.
Мне уже больно. Ей-богу. Мое сердце горит от боли. Пёсель. Пошли. Let's do some shit. Да не, надо пёселя бери. Пёсель молодец. Валим. Валим, валим, валим. Блин, без песен. Парашют. Я даже не знаю, в руках, наверное, у меня будет. И как от тебя избавиться? Вот так. Да блин, да... Звездец, то он в потолке застревает, то спокойно просто пропрыгал. Да это просто звездец какой-то. А можно вменяемо, блин, пожалуйста. Я реально прыжки этих пауков вообще не могу рассчитать. Они как хотят, только прыгают. Ау, да блин, ну вот опять же, ну откуда я знал, куда я приземлюсь? Жесть какая-то. Молодец. Пёсель, ты вообще молодчик. Так, там закрытая дверь, куда с ключом надо притараканиться. Где, сука? Пипец. Вот единственного скелета не проверил, оказался враг. Супер, я не знаю, как это работает. Упади. Джик, успокойся. Так, ну я отсюда выйти не смогу. А, ты кидаешь бомб. О, слушай, это прикольно. Блин, пипец. Да-да-да-да-да-да. Ну вот тоже вот как сюда запрыгнуть? Чего он не может ухватиться? Гребаная игра. Таш! Как я задел гребаный этот квас и получил урон? Вас герой сейчас, ну, зависит от героев. А так могут. У Влады часто умирают. Что я...
оттуда наверх незачем. Да шо? Пипец. Успокойся. Чего он так быстро пробудился? Да. Ты еще дольше не мог забираться, а? Пипец. Просто пипец. На тебе, блин. Я только в последний момент заметил, что мне в жопу будет сейчас лететь. Ну да. О, внизу уже. Я выбираю между кольцом защиты и огненным копьем. Я посмотрю, там есть редкое, очень редкое. И шлем в редком. Шлем телепортации в редком. Типа взять шлем телепортации или браслет, но этот браслет очень большой будет и сильно выделяться. Это не будет тот предмет, который можно легко спрятать, заявляю заранее. Что такое? Блин. Ебаные кроты! Чтоб вы всрались! Сейчас буду твой труп насиловать! Я выбраться вообще могу, не? Не похоже. Да ш... У меня опять пол хп нет. О май гад. Так. Ты куда? Куда взял? Уположил. На тебе, блин. Пу-пу-пу. Спасибо, я понимаю, что... Во что превратить? В сапоги. Решай сам. Что ж ты так упал-то, а? Опасно. Да... Вместо управления это просто трэш какой-то. А. Ладно. Пусть будет так.
Ага. Шо отсюда? Что там за перья? И что с ним делать? Его куда-то принести надо? Не уверен. Так, ну где-то проход, я не знаю, там с ключом был. Ага, молодец. Да не то. О, да что ж такое, блин? Да это пипец какой-то. Я им должен был на голову упасть, вместо этого меня там изнасиловали. Сколько метров телепортируется? Прочитай, пожалуйста. Типа, я тебе говорил, тебе придется читать много, чтобы понимать, что происходит. Так что. Потому что тебе придется искать выходы из каких-то ситуаций, а для этого, ну, типа, надо не у мастера спрашивать, что мне делать. Надо самому находить решение. Вот. То есть это такая вещь, которую ты можешь найти. Да, ну. Блин. Ну игра, ну вот что это? Там спокойно камень пролетел. Сука, да что, блин, такое? Опять подстава какая-то. Специально запульнул туда камень. Ага, вот я сказал. Чувак, ты что? Камень запульнул туда. Да всрись. Что такое пёсель? Придется опять бомбу кидать. Пёсель! Бессмертная собака, это бессмертная курица, короче, в другой игре. Да пипец, я обожаю этих пауков. Я обожаю атаку своего персонажа. Я все в этой игре обожаю. Она просто идеальная. Всех, кого надо было попасть, она не... Кого надо, не попало. Да что? Спасибо. А, то есть ты пробьешь так. Капец, что это? Ого! Это добивать умеет. Да это я понимаю. Только с одним хп, блин. Мачете. Сука. Как я обожаю местное управление. Я уже об этом говорил, да? Я на последнего не знал, что я, оказывается, прицепился. И там просто отпрыгнуть это какое-то это приключение. Куда ты камень? Убей меня, пожалуйста, а? Давай, мужик. Ой.
Грёбаная плетка. Я вообще ей попасть не могу. Когда надо. Особенно по летающему противнику. А да. И опять. Что ж такое? Да как она мне урон-то нанесла, а? Блин. Да упади ты вниз! Я выход... Выход где? Сколько? Одно хп. Ого. Где циндюшка? Восьмерка есть. Давай. Что он мне дает? Я смогу от стенок прыгать, да? По-моему, в Dead Cells есть такая же хрень. Ага. Это именно она. Там опять это куда охренотень. Погнали дальше. Чё? А. За этот уровень в минус деньги ушли. Ну, логично. Это какой уровень? Третий сейчас будет. Нормально. Блин, камень потеряли. О. Тогда я понимаю. Телепортер, камера, фризервей. Блин, вот это 17600. Накопить бы. Так, что у нас тут? Ага, тут у нас сундук. Блин, я с одним хп. Ага. Не, на самом деле накопить можно. Надо тут находить. То, что надо. Парашют. А как работает парашют? Бля, это вот спуск такой, да? По глубине. Так, айтем. Какой-то из Alien Spring Technology. А, спасибо от мою жизнь, когда я этого буду не ожидать. Понятно.
Ну окей. Слушай, ну тут по деньгам-то так можно неплохо обзавестись. О, ключик. Так, теперь как-нибудь бы подорвать бы правильно бомбу. Ага. Так. Где я теперь проход видел? Да упади уже, время идет. Так, давай. Что это? Он также видит типа деньги сквозь стены. Don't symbol of great power. Понятно. Ну а да, это как с этим. С очками. Ключи отсюда. Ладно. Угу. Так, ладно, повали. На какой? На третьей минуте это было? Угу. Короче, мне 3 минуты на каждый проход дают. Окей. О, блин! Да что ж такое, я не... Я тебя ненавижу! Ненавижу! Так, ладно, все, я понял. Я никогда эту игру не пройду. Так. Это слишком жесткий для меня рогалик. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Рахнепушка, и давайте, до скорых встреч. Еще увидимся. Сегодня своя игра, если что, будет где-то часов 4. Все, давайте. Пока.